другим. Так, ну, а ну, дальше? А далее на сцене наша должна... любимая, дорогая. Даже немножечко цыганского шансона, да, добавим? Девушка, которая знает толк о винтажном парфюме, которая собирает... Коллекционирует? Да, на него большие деньги. Собирает, коллекционирует, да. Не скупиться за пузырек каких-нибудь раритетных духов. Отдает до 1000 рублей. Итак, Рада Рай. На сцене «Эх, разгуляя». Ветром с утра толкаются, наши чувства уносят прочь. Пахнет страстью калина бесстышая, помнит то синь обиды мои. Кружит листья подвода рыжая, я прошу, ты меня не суди. Потянем, Рада. О любви. Молодец. Спасибо, нашей дорогой Раде Рай, за такое прекрасное выступление. Я поняла, что я хочу такой же платье, как у Рады. А я не понимаю, за что можно судить эту идеальную женщину. Кстати, мой самый любимый инстаграм именно у Рады Рай, поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь и смотрите. А эта заколка у Рады Рай такая большая с левой стороны. Ну, вот мы гадаем, как она держится. Да, да. Как? Обыкновенно она держится. Или действительно гребешок, или просто заколка. Надо будет спросить у Рады Рай в следующий раз, когда она к нам придет. А она к нам обязательно скоро придет. В утреннее шоу «Настройка» мы спросим, а лучше нам что было на голове такую заколку, и как она держалась. И Тане подарить, чтобы она сидела в студии с такой красивой заколкой.